Приветствую вас на канале Алковита. На улице солнышко, тепло. Только что еду с транспортной компании СДЭК. Получил очень отличный девайс от Сан Саныча. Хочется отметить профессионализм сотрудников Сан Саныча. Я попросил их выяснить, какая транспортная компания будет самая дешевая. Москва, Алма-Ата. Буквально через час приходит ответ. Компания СДЭК 313 рублей. Это очень дешево. Еду сейчас на склад себе на работу. Буду распаковывать, показывать. Начал на работе распаковывать. Три ноги нет. А одной рукой снимать, другой рукой распаковывать не вариант. Итак, продолжим. Я даже не успел все разрезать, как понял, что это неудобно. Так. И что тут у нас? А у нас тут куча пупырки. Раз пупырка. Два пупырка. И три пупырка. Так, первую пупырку в утиль. Вторая пупырка. Тут у нас доохладитель. С игольчатым краником. Вот он, красавчик. Маленькая предыстория. Был у друга, причем я ему посоветовал Сан Саныча, потому что у меня тоже аппарат от Сан Саныча. Ну, я так рассмотрел, какие цены, какое качество примерно. И решил заказать у Сан Саныч. Мой друг посмотрел мой аппарат и заказал уже куб. По-моему, как только появились с одним барашком. Вот. После этого пошло-поехало. Был у него не так давно. Смотрю, узел отбора. Тоже от Сан Саныча. Ну, я подумал, блин, я тоже хочу такой. Все, распаковал. Он же диоптер. Он же узел отбора. Ну и случилось то, что я никак не ожидал. Узел отбора пришел на 2 дюйма. Ё-моё, блин. Сейчас буду поднимать заказ, смотреть, чья ошибка. Ведь у меня колонна на 1,5. Поднял переписку, свой заказ. Да, действительно, мой косяк. Цена у них одинаковая, что 1,5, что 2 дюйма. Ну, видимо, я вот выбирал, вот 6600, мне вот цена вклинилась вот в голову. Комплектность очень хорошая, доохладитель, 2 штуцера быстросъемы, игольчатый кран, хомут, резинка, сам диоптер, узел отбора. Качество на самом высшем уровне. От Сан Саныча у меня куб, царга, холодильник, дефлегматор, сколько лет работаю. Безотказно, ничего не случается, ничего не испортилось, ничего не выгнулось, ничего не подтянулось, ничего не пропускает. В общем, все работает как часы. А дробная дистилляция у меня почти каждую субботу. Ну, может быть, в 3 месяца 1-2 субботы я вот пропускаю. То есть на протяжении скольких лет оборудование Сан Саныча у меня работает. Каждую субботу дробная дистилляция. Почти каждый день. С 5 утра до 8 утра у меня первая перегонка. То есть я как бы не останавливаюсь. Ну и почему все-таки Сан Саныч? Ну вот я думаю, что из предыдущей реплики вы поняли то, что отзывы хорошие, качество достойное. Особенно мне понравилось это вот матовое напыление внутри. Как ее вот назвать? Чашечка. А, ну мы же вот азиаты, да, это пьялочка, кисешка. В общем, классно. На данном этапе мне все нравится, придраться пока не к чему. Что в планах? В планах, конечно же, работа на данном девайсе. Буду отбирать головы, тело. Буду пробовать, как режется ли органолептика, не режется, отбор, скорость. В общем, все надо вот настраивать. Грубо говоря, это ну, что-то новое, наверное. Куда-то движемся вперед. Если режим комбо уже обкатал, вот теперь надо обкатывать узел отбора по жидкости. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, пейте только качественные напитки. До свидания.